Вот песня о первом концерте. Собралось тогда нас 500. Я вам их сейчас перечислю. Хороший был добрый народ. Пришел Николай Алексеев, ты его не знаешь, и Витька Агеев пришел, здорово такой. Пришла и Евдокимова Анна, и Мишка Шапира Хохов, он всегда приходит. Я вам пятерых перечислил, осталось 495, песня длинная. Народу нравится, слушает с удовольствием, кто пришел. Сейчас буду петь песню об этом, об юбилейном концерте. Понимаешь, да? Текст какой? Я подхожу, говорю, пришел. И ты говоришь, а кто пришел? Тебе на музыку никогда не клали? Там не больно. Могу в миноре, могу в мажоре. Главное, Николай Алексеевич там. Кому подойду, хорошо? Свет дай в зал. Главное, вступить. Вот песня об ентом концерте. Пришло нас всего дофига. Пришли в основном те, кто рядом, и кое-кто так издалека. Подожди. Пришел Александр Зубов. Вот это сюрприз так сюрприз. А мы вас сегодня не ждали. Ну ладно, пришел так сиди. Позвольте пожать вашу руку. С женой вы пришли, я смотрю. Нет, нет. Ни ваша, не бойтесь ни звука. Я вашей жене не скажу. Ой. Присутствуют в зале и дети. Вот мальчик по имени Петр, да? Рома. Какой ты противный мальчишка. А мог же сказать, что ты Петр. Крикнем все хором. Ура, Орлозоров! А вот тут один и не крикнул. Наверное, фанат Шифрина. Сейчас подарить тут не хочет. Часы мужчина. Не очень-то мне и хотелось. Часы ты тебе барахло.